все, что я скажу, что надо добавить. Значит, возвращаемся к торфяной мы завязали. Так, за всем этим надо следить. Даже при нуле, при плюс 2 все равно могут быть всходы. И что получается? Как увидели эти всходы? Вы уже там, ну, даже чуть-чуть уже весна настала, еще вроде холодно, ну где-то на 2-3 сантиметра оттаяла почва. Если грядочки заранее готовы, не грядочки, а гряды, или там холмики, или просто если вы будете садить под будущее развитие в виде школки отдельно. Вот, если уже земля там как бы приготовлена, может это земля из-под лука, может из-под морковки, картошки. Вот, садите как можно раньше, если увидите, что у вас все это поперло. Холодильник тоже не идеальное место. Чует весну. Это все иммигранты с юга. Их обмануть очень трудно. Вот, смотрите. Я сейчас еще для наглядности покажу пару фотографий. Вот. Вот слива, да? Ей полагается по науке 6 месяцев лежать. Вот. Вот это сливе. Ну, перележало у меня 3 месяца. Ну, в мае достал, видите? Хвосты какие. Половина из них не взошло. Вот вам один пример. Значит, надо следить как можно раньше. Делать так. Вот. Возьмем груши. Я вам и груши прислал. И уссурийское я вам прислал. Значит, она. Есть еще одна фотография. Там на ней написано, кажется, 21 февраля. Прошло 2 месяца. Или 23 февраля. Ровно 2 месяца. Смотрите. Я расковырял. Мы сейчас с вами не будем. Пожалеем это терпение наших зрителей. Ну вот я расковырял вот этот пакетик, вот такой. И вам в таких пакетиках выслал, да? Вот. А там уже 22 апреля. Видите, вот хвосты какие, длиннючие. Их уже чуть ли не выбрасывать пора. Помните, я говорил, постарайтесь так посадить, чтобы этот хвост был под землей, а вот этот над землей. Ну вот, еще сложнее, это же миниатюрная работа, это же малюхонькое все. Вот что значит не опоздать. Вот. И точно так же здесь получается как? Здесь еще раз возвращаюсь, где ваше лицо, где ваши честные глаза. Так, смотрите, объясняю, в чем заключается разница. Вот еще раз покажите торфяной горшочек. Это высадка на постоянное место. На постоянное. Вот. Здесь получается, что посажено так, чтобы уже не пересаживать никогда. Вспомните эту фотографию. А, допустим, вот то, что вы видите, я курсором показываю, спящие посадили, да? Вот. Я сейчас на их примере посадил так, как вы будете высаживать спящими же на постоянное место. Вот прошло 3 недели, и у вас бурная весна. У вас это примерно 10-15 апреля, ну, в Кемеровской области. Бурная весна. Теперь большинство будет спать. И вы вот так вот и будете высаживать, символическая закопка. А здесь, у вас получится как? Вот вы ряд погуще, ваши холодильники безразмерные. Чуть ли не прикасаться, слой песку сверху, небольшой такой, миллиметра 2-3. Слой косточек. Но все должны быть, чтобы не путать одного сорта. Поняли? То есть все одного сорта, допустим, я выслал их 50 штук. А тут мы их 8 закопали. Вот. Остальные, ну, допустим. То есть слой за слоем. Тут уже можно заглублять поглубже немножко, потому что это временное место. Можно. Потому что они одинаково могут выпустить длинный хвост, это плохо. И тот, что в верхнем слое, и ниже, и ниже. 2-3 слоя можете делать. Лишь бы только использовать максимальный объем вот этого вот контейнера. Вот эту фотографию я сейчас еще прокомментирую. Итак, друзья мои, большинство из вас вот здесь почему-то все же в песке. Может быть, просто пересыпали мою, вот, это с моей посылки. Вот. Посмотрите, по каким этим замечательная посудина, да? Только уже не посадишь же в стеклянной баночке. Вот это минус. Представляете, выковыривать потом отсюда. Фотография это для чего? Чтобы показать сам принцип посадки. Что вот, видите, незаглубленная. Видите, вот она бы так росла в земле, в вашем участке. Никогда его не убьет никто, этот абрикос. Никакой мороз. Вот об этом никто до сих пор до нас с вами не догадывался. Но посажено как?
Вот она должна была здесь пролежать еще, если это Сибирь, до середины апреля хотя бы, не всходя. А теперь-то что с ней делать? Придется выковыривать ее. А попробуйте теперь посадить точно так же. Очень сложно, очень. Поэтому я посоветовал Антону Валерьевичу торфяной горшочек. Вот этот момент учтите. То есть получается стеклянное для хранения при температуре в надежде, что большинство не взойдет. А тут здрасте, видимо, в тепле и пошло. Или еще покажу себе доли. И, наверное, пора и заканчивать этот длинный разговор. Вот смотрите. Всегда, когда семидоли находится под землей, это верная смерть. Вот это семидоли, это то самое, это половинки от этого. Они как бы псевдолистья превращаются. Вот. Это запас питательных веществ, это те самые ядрышки, разломанные пополам. Видите? И ваша конечная задача посадить так символически, что когда пойдет вверх, семидоли вылезли сами из земли. Вот еще покажу. Вылезли. То есть вот это гарантия, что вот саженец этот будет жив. Вот в чем дело. А когда вы закопаете на 2-3 сантиметра, уже семидоли, они не вылезут. Они физически не могут. Вот еще раз показываю. Вот. Но здесь-то вылезут. Но это опасно, еще раз говорю. Это еда. Меня не ловите на слове, друзья мои. Это опасно. Если вот так садить, половину все можно потерять. Мыши тут же сбегутся. Они же, у них же, знаете, какие там эти... Телеграф работает лучше нашего. Вот. У них тоже мобильники есть. Так вот, к чему я призываю? Я призываю вас... Да, и часть... люди тут же... Я же укрываю бутылками прививки, да? И тут же... А если мы укроем прививкой, уже мышь не доберется. Или шансов что-то меньше. Уже ворона не склюет. Птицы их любят клевать. Вот. У них еще много врагов. Вот эти росточки уже жуки начинают жрать. И... Можно ли бутылка? Я не пробовал. Пробуйте вы, если Антон Валерьевич в этой же в режиме реалити-шоу возьмет часть, накроет, чтобы потом сравнить. Например, представляете, что он высадил, и тут же видеокамера, допустим, он с другом, да, он высадил полсотни так, а полсотни этих же, желательно этих же. Ну, чтобы сравнение было честное. Или там 25 и 25. Бутылками. А потом посмотреть, каких больше выживет. И бутылка не угробит ли. Я никогда не даю совета, если я чего-то не понимаю, чего-то не пробовал сам. А мне говорят, да давайте вы бутылку укроете. Я говорю, укрывайте, потом нам и расскажете. Вот так. Еще раз повторяю. Семядоли. Вот. Оказались под землей, посадили, как учат тысячи учителей, не ведая, что творят. Значит, это, раскопать что можно. Некоторые говорят, успел раскопать. А чаще что происходит? Когда я дал команду раскопать, видели? Поздно. Ручка сдохла. Все. Ну что, Антон Валерьевич, заканчиваем разговор.